Казахстан готов разработать вакцину от коронавируса совместно с учеными из других стран. Научные центры готовы оказать необходимую поддержку, заявил министр здравоохранения Эльжан Биртанов. Об этом он рассказал на совместном брифинге с директором Европейского регионального бюро ВОЗ. Ханс Клюге и Эльжан Биртанов обсудили ситуацию вокруг эпидемии. Отметим, что в Казахстане при поддержке ВОЗ создали национальный оперативный центр. У нас в стране накоплен неплохой опыт по разработке вакцин, в том числе, которые применяются с коммерческой целью. В данном случае есть определенные наработки у соответствующих научных центров, но вместе с тем надо понимать, что это сложный технологический процесс, и нужно сделать здесь координацию со всеми международными научными центрами. Тем временем китайское агентство Синьхуа сообщило о первых результатах лечения пневмонии. Переливание крови, которую взяли у тех, кто уже переболел, в организм еще болеющих, доказало свою эффективность. При этом напомню, что вакцина от коронавируса еще в разработке.